Я Ахат, мне 15 лет. Я живу в городе Каракол. У нас в городе постоянно драки. Все ребята дерутся, и я тоже дрался. Но однажды я возвращался домой, и на меня напали 7 ребят. Они избивали меня, но у меня с собой был нож. Я решил воспользоваться им, чтобы защитить себя. Я поранил одного из нападавших. На следующий день я вспоминал об случившемся. И все это никак не уходило у меня из головы. Я пробовал разные меры и даже думал покончить с собой. Но я обдумал все и решил поступить по совести. И сдался в милицию.